Зима и не думает заканчиваться, а в Старомосковье уже действуют скидки на шубы до 50%. В торговом центре «Баше» открылась выставка меховых изделий от московской фабрики «Елена Фурс». Размерный ряд от 38 до 74. Шубы, доступные каждой женщине, можно приобрести до 13 февраля. Белые, бежевые, пудровые, рыжие, коричневые, серо-голубые, черные, зеленые, синие, фиолетовые, а также трендовые анималистичные принты. На выставке компании «Елена Фурс» представлено многообразие цветов и оттенков верхней одежды, шубы, жилеты, пальто и даже бомберы. В салоне есть все – от нестареющей классики до лимитированной коллекции современных моделей. В каждом изделии многогранный блеск и особая мягкость меха. «Елена Фурс» – это международная компания полного производственного цикла. От закупки мехов на мировых пушных аукционов, производства изделий и до магазинов собственной розничной сети. Здесь выгодно приобретать шубы, ведь исключены наценки посреднических организаций. Сырье приобретают на известнейших мировых пушных аукционов. Изделия раскраивают по эскизам лучших зарубежных и российских модельеров и изготавливают по европейским стандартам на собственных фабриках в Греции, Италии и России. Компания «Елена Фурс» регулярно приезжает в Старый Оскол с шуб-туром, где профессиональные консультанты подбирают идеальное сочетание меха, цвета, фасона и цены. Потеплотеп, на ощупь, ну вот я люблю норочку. Все помогает, все нашли, хорошие девчата. «Елена Фурс» – это стильные фасоны, отменное качество, доступные цены и широкий размерный ряд от 38 до 74. У нас в магазине представлены практически все меха. Российская и европейская – норка, рысь, лиса, писец, енот, овчина. Все изделия отшиваются на фабриках в России и Европе. И не забывайте, что в Старом Осколе мы будем работать только до 13 февраля. Успейте купить шубу своей мечты со скидкой до 50% и в рассрочку. Прийти и лично оценить качество изделий из натурального меха от компании «Елена Фурс» можно в торгово-развлекательном центре «Баше», третья очередь, второй этаж. Выставка шуб будет проходить с 29 января по 13 февраля.